Не, я считаю, ты дело говоришь, да. Винди, это... Ну, напиши, если что. Знаешь, есть причины, по которым люди редко замечают муравьев. Это была метафора. Я поверить не могу, что в то время, как все нормальные люди проходят игру за 2 недели, я умудряюсь растянуть ее на полгода! Полгода! Последняя концовка FNAF Security Breach. Эта игра претерпела еще одно изменение, еще один багфикс. Я умудрился поиграть и без багфиксов, и после первого багфикса, и после второго багфикса я умудрился записать видео во все 3 этапа, так сказать. И по идее сейчас... Я боюсь это произносить, потому что я та еще ворона в этой игре. В том плане, что умудряюсь накаркать постоянно. Но я надеюсь, что в этот раз мы с вами не встретим ни одного бага. Я сам в это не верю. Не-не-не, я не готов поверить, что в этой игре прям перестали существовать баги. Это FNAF Security Breach. И мы все знаем FNAF Security Breach, правильно? FNAF Security Breach лагает как сука. И для нашей сегодняшней концовки я выписал тут на бумажке все, что мне надо сделать, потому что капец. Мне нужно сделать очень много манипуляций. Мне нужно собрать все золотые фигурки. А чтобы собрать все золотые фигурки, для одной из них нужно постоять во всех позах Камасутры. Благо, я тренировался это делать, когда готовился к экзаменам. Вот. Ну ладно, сейчас не об этом, правильно? А вы знали, что все любят пиццу? По результатам двойного слепого исследования, проведенного учеными и ведущим изданием компании Fazbear, 100% опрошенных предпочли пиццу любой другой категории продуктов питания. Даже люди с аллергией на глютен и молочные продукты. Это был еще один любопытный фаз. Я, может, хочу просто танцевать в лифте и наслаждаться жизнью? Мне теперь факты в лицо кидают какие-то. Как подачку, понимаешь? Как будто я не знал этого. А я знал. У меня есть целый список, я его написал себе на бумажке того, где я должен собирать золотые фигурки. Это очень умное решение, я считаю. Не смей даже говорить обратного. Как я и сказал, в этой игре были багфиксы. Я почитал список багфиксов. Насколько я знаю, Фредди теперь не телепортируется. Что? Удивительно. Ну, Фредди, Фредди, я тебя прошу. Фредди, ведь не о многом. Фредди, спасибо. Спасибо. Давай это. Пока. Ну, старается ведь. Ну, получается через жопу, ну, старается. Ну, прилагает усилия, чтобы быть молодцом в моих глазах, понимаешь? Это главное. Это главное. Дадут мне в этот раз спокойно потанцевать? Добро пожаловать в мега-пиццеплекс! Хватайте щедрый кусок пепперони и стакан ледяной посыпочки, а затем посетите наши потрясающие игровые залы и аттракционы. Не забудьте заглянуть в комплекс суперзвезд, чтобы встретиться со мной лично. Желаю вам веселого дня и прифазных впечатлений. Это был не я. Это была запись. Не хочу вводить тебя в суждение. Это когда послушал запись себя 2-летней давности. Это был не я. Не слушай его. Это вообще другой голос, абсолютно, просто другой. Мне сейчас пришлось в экстренном режиме прервать запись, потому что, по моим ощущениям, эта игра стала вообще неиграбельной. Потому что сейчас у меня произошла загрузка прямо в процессе бега. Даже не между локациями она произошла в процессе бега. Что это за багфиксы такие, из-за которых игра становится менее производительной, более лагучей, и в ней становится больше проблем? Честное слово, у меня было куда меньше проблем, когда эта игра была до этого багфикса. Да что ж у меня так лагает-то, хватит! Я шага не могу пройти без лагов. Что это за багфикс такой? Что с освещением? Почему эту игру испортили? Я понимаю, странно говорить про FNAF Security Breach, что его испортили, когда он уже был, ну прямо скажем, подтухшим, да? Но его испортили. Так, первая золотая игрушка. Мне нужно собрать все золотые игрушки в этом месте. Моя первостепенная и единственная задача. Одна есть, я ее вычеркиваю. Хорошо. Наконец-то эта игра не будет занимать у меня на компьютере 60 гигабайт. Так, куда мне дальше поближе, на самом-то деле? Дальше поближе мне, наверное, спуск по первой лестнице, где бы это ни было. Был еще баг. В этом лифте Фредди просто исчезал. Посмотрим, насколько разработчики над этим постарались, а? Я даже танцевать, ну так, чуть-чуть потанцую, но не сильно. Игра теперь подгружается в процессе. Нет загрузочного экрана, она просто подгружается в процессе. У меня 30 фп...
Это нужно делать, чтобы не было рассинхронизации звука с картинкой. Середина, середина, высокий, середина, середина. Ну ладно, может быть это из-за того, что я на высоких настройках графики играю. Возможно, дело в этом все. Че ты там бегаешь? Где ты вообще? Эй, умный добрый медведь, ты где? Он куда делся? Как? Фредди, как? Как ты там оказался? Нет, знаешь, это не проблема. Это не проблема, не подумай. Я просто все еще рассчитываю, что багфикс фиксил баги. И в принципе, Фредди в лифте не исчез. Пока что моя надежда, ну, имеет под собой какую-то подоплеку. Пока что она оправдывается. Единственное, что мне не понравилось, что, во-первых, подзагрузки происходят теперь в процессе. Давай их последние перезапишем. Во-вторых, что лагает капец. Вообще ужасно лагает, просто жесть. Где-то тут была золотая фигурка, еще одна. А, ну конечно, да, стоп. Конечно, она здесь была. Я ее собрал уже очень-очень давно. Тогда это можем вычеркивать, получается, да? Комната Монти, спуск по первой лестнице в игре, где, помните, я только сел во Фредди. И бильярдная, там тоже вроде. Но там я вроде его собрал. Но я не уверен. Я лучше туда схожу и проверю. Еще. Я офигел сам. Вы, может, тоже офигеете. Но оказывается, вы тоже удивитесь. Этот робот на самом деле не должен был исчезать. Я прочитал в багфиксе, что, оказывается, это пофиксили. И, к слову, я может, конечно, что-то не доглядел в этой игре, но как я должен получить 10-й уровень пропуска, когда я уже прошел игру на все концовки, и у меня, насколько я знаю, только 7-й или 8-й? Как я должен это делать? Я слышал, что DLC скоро появляется, возможно, там все будет известно на этот счет. Не, у меня жесть лагает теперь эта игра. Она раньше так не лагала на тех же настройках. О, зато отражение, ладно, оно того стоило. Оно того стоило. Все. Да хорош! Не, меня прикалывает, вот как они... Вот как они избавились от подзагрузки. Решили проблему в лоб. Это, в принципе, логично в какой-то мере. Что это такое? Я хочу. Мне надо. Я не знаю, я сумки просто люблю собирать, капец. Проделки Монти. Да я думаю, он ел людей. Так, комната Монти есть. Подожди! Вы видите то же самое, что и я? Подожди, это только здесь? Они добавили? Нет, они не добавили. Много хочешь, Олег. Ко всем табличкам. Сейчас, да. Одна табличка в игре, они добавили там эту штуку. Вот. Здесь еще один золотой. Воу! Подскользнулся, да, чуть-чуть, ничего, бывает. О, пожалуйста. Игра, не лагай. Я понимаю, ты хочешь, но это не всегда выход. Это тебе придется подмести, извини. Так, вот он еще один золотой фигурка. Я есть склонять. Все правильно. Золотая Рокси. И скоро нам останется только... Золотая чаша, золотая. Настолько плохая шутка, что мне стыдно. Я не знаю, вырезать ли это. Я давно не заряжал фонарик. Не то, чтобы он требует подзарядки, но я просто его заряжу. Потому что хочу. Никто же не запретит, правильно. Пошли, Фредди, пошли. А! Не-не-не! Моя прическа испорчена! Твоя прическа безупречно пошла, ты в задницу. И ты тоже пошел в задницу. Я слышала это. Нет, ты это не слышала. Потому что я это не слышал. Вот сейчас я на очко присел чуть-чуть, конечно. Пожалуйста, не подгружай эту игру в процессе, я закалипся. Я готов просто видеть черную пустоту, но только чтобы не было этой подгрузки с появляющимся пицца-человечком в углу, но при этом чтобы весь остальной экран был нормальный, это ужасно. Привет, я так давно тебя не видел. Привет, как твои дела? Скажи мне, дружище, как твои дела? Как твои дела, малыш? А, я бы тебя отсюда забрал, но я не могу. О, он реагирует на свет. О, милаха, ты реагируешь на свет. Он не реагирует, а этот реагирует. Куда мне дальше? Мне дальше надо в бильярд. Но если мне память не изменяет, я там все уже собрал. А это что за место? А сюда нельзя, да? Здесь, не знаю, мочились бегемоты. А! Вау. Такого я не ожидал. Такого я очень не ожидал. Подожди, то есть оно... А-а-а, вот почему мочились бегемоты. Это тут были столы. Мудрость от Олега номер 707. Вот почему мочились бегемоты. Тут были столы. Да-да-а-да. Вообще насрать. Ты видел? Ты видел этот пофигизм? Вообще просто... Просто насрать. Роза. О. Что это? Те самые знаменитые багфиксы ФНАФа. Жди. У меня много вопросов. Так, и он, по идее, сейчас должен не пропасть, правильно? Куда он пойдет? Давай, куда он пойдет? Куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь? Я хочу знать. Куда? Ты куда? Не-не-не-не-не, ты от меня не уйдешь.
ты от меня не уйдешь. Я понимаю, они пофиксили баг с тем, что он теперь не пропадает, но я хочу знать, куда он уходит. Стой, ты падла! Я за тобой пойду. Ну, другого ожидать я не смел, конечно, да. Это просто было неправильно ожидать чего-то другого от этой игры. Конечно же, он просто исчезает, но вдалеке. Эта игра все равно убивает своих роботов. Но просто она делает это не на твоих глазах, чтобы ты не подумал, что она жестокая. Сейчас мне понадобится либо Фредди, либо стальные яйца. Потому что если там до сих пор ходят эти эндоскелеты, я не решусь тут... Я не сохранялся с этими всеми золотыми фигурками. Мне просто надо проверить, есть ли там, где я этого ожидаю, то, что я ожидаю. Как бы завуалированно я это не говорил, все должны понять, о чем речь. Золотая фигурка в том месте, где я ее ожидаю. По-моему, на прохождении я ее хватал. Не один раз. Прочитал это сообщение? В нем говорится, что за Кегельбаном лежит мешок секретной смеси Монти. Чик от нее с ума сходит. Мне кажется... Я себя больше не поднимаюсь. Я скучаю по нему. Так вот, мне кажется... Или этот актер озвучания, не знаю, просто закончился и... как бы они решили нанять другого, потому что какие варианты, все равно надо дозвучить реплики. Чё за фигня вообще? Так, это я забрал. Ладно, все хорошо. Но надо было проверить. Я думаю, ты спорить не будешь. Надо было проверить. Надо. А, взять могу, смотри. И что я с этим сделать должен? Ретро-компакт-диск. А? Бильярд можно вычеркивать. И теперь осталась последняя. Последняя золотая фигурка, ради которой я должен страдать. Я не выбирал, я не мазохист. Я просто хочу получить концовку. Перед тем, как начинать это, я должен сохраниться. Потому что я тебе сейчас расскажу, почему. Чтобы получить одну сраную золотую фигурку, ты должен пройтись по всему пиццаплексу, сфотографировать картонные картинки в разных местах с помощью этой шикарной Я должен сходить во все просто места пиццаплекса, там сфотографировать какие-то картонные коробки, должен поработать фотографом с помощью своего этого шикарного фаскамера. Фаскамера мне нужна для этого. И при этом, насколько я понял, все это сделать без смертей. Ну, желательно. Не говори ничего, я хочу потанцевать! Грегори, ты действительно видел танцующую крольчиху? Я тебе, конечно, верю, но мне кажется, это... крайне маловероятно. Я ее не видел. И она не похожа ни на одного из персонажей пиццаплекса. Да что ж не так с твоим голосом-то, а? Ты звучишь теперь, будто ты сломался. Хотя ты собака, не сломался. Игрушка солнца. Не, мне понадобится сейчас игрушка луна, причем золотое. Последнее. Последнее мое испытание, это последняя игрушка. Да камон. Все ведь любят, когда игра так загружается. Ну, блин. Я не знаю даже, что лучше, так или что она подгружается, когда все вокруг темно и это. Вот и вообще, чё... Что? Я прошу прощения. Я, конечно, дико извиняюсь. Мне жаль разочаровывать тех, кто фиксил баги, но они их не пофиксили. Да хватит, пожалуйста, пожалуйста. Просто... Что? Почему? Что я должен сделать, чтобы все заработало? Пожалуйста, пожалуйста. Можно я закрою глаза, досчитаю до трех, и все будет нормально, пожалуйста. Но это даже не стен... Все. Фредди, иди сюда. Да хва... Вот эта дверь должна будет открыться, насколько я понял. Вот. И после этого я получу все, что хотел. Да. Шикарно. Я только что прикатился, и... Блин-блинский, как же устали мои колеса. Вот читает стендап. Заметили? Я робот. Знаете, чем люди отличаются от роботов? Люди такие, я скоро стану старым и умру. А роботы такие, я переживу вас, все. Какая прекрасная аудитория. Мне нравится. Загружается следующая шутка. Давай следующую шутку, пожалуйста. Я слышал в одном из багфиксов, что... Да,
что он теперь... Загружается следующая шутка. Ну давай уже быстрее! Ладно, ну тебе в задницу. Смотри, сейчас произойдет магия. Капец, да? Так, хорошо. Под театром Фокси в море минус. Чика рядом с гольфом Монти следующая. Хорошо. Серьезно? Что за фигня с хот-догами? Оказывается, в нашем буфете их дают два по цене одного. Очень заманчивое предложение. Это типа шутка, да? Это типа шутка. Юмор, юмор. Юмор такой, знаешь, который ненавязчиво воздействует на твой мозг. Я хочу... Нет. Ну что, где тут попали одиночки? Я правильно понял, что этот бот, он чисто всегда говорит. Он просто не замолкает. Он чисто говорилка. Это плохо. Это очень плохо. Пожалуйста, кто бы ты ни был, отстань. Отстанешь? Буду благодарен. Фредди! Фредди, все. Ладно, Фредди, ты мне не понадобишься. Окей, эта штука выглядит очень неопасной. Оно за мной не идет больше? Да? Да? Нет! Оно идет, Фредди! Фредди! Иди, подойди сюда! Медведь, ты видишь, в чем дело? Ты проходишь мимо меня. Ты, может, не знал, но Фредди твой друг. И он... Чтоб ты тоже знал, не добыча. Ага. Он об этом знал. Хорошо. Вот она, Чика. Та самая. Ты посмотри в виде русалочки. Этот опознавающий знак. Горящие глаза. Рядом с Чикой ставлю минус. Отлично. Следующее место, в котором расположена картонка, у меня обозначено как жопа. Это же я писал. Где же это находится? Блин, что я обозначил это как жопа. Просто жопа, это даже... Насколько я способен понять, это где-то за сценой, правильно? Я сам должен надуплить. Это вот здесь вот где-то находится. Вот, и надо туда как-то сейчас попасть будет. Подзагрузка! Я уже знаю эту игру. Ее только запатчили, а я ее уже знаю. Отлично, теперь куда-то вот, блин, сюда. Куда-то вот сюда и где-то здесь. И где-то что-то, а где-то как-то, а вообще-то где. А, собственно, походу вот. Правильно? Не ошибаюсь же? Не ошибаюсь. Ты пугаешь меня. Ладно, ставлю минус, получается, напротив жопы. Ага, хорошо, минус жопы. И последняя карточка, которую я должен сфотографировать, она находится рядом с погоней диджея. Как я это себе пометил, я думаю, все мы понимаем, где это место находится. Да хватит, пожалуйста. У меня же даже не максимальные настройки графики. У меня относительно неплохая видеокарта. Спасибо. Да слышали это уже, заколебешь. Все, слышали. Я хочу просто потанцевать, понимаешь? Танцевать люблю. Танцевать под музыку из фазер-фазер флекса вашего. А не вот это вот все слушать, ну пожалуйста. Жесть. Вот это было неожиданно. Обычно он хотя бы, я не знаю, мимо лифта топтался, но в этот раз вообще наглости нет предела просто. Так, ты не смей делать, как в тот раз последний. Блин, пересрал из-за тебя. Еще Фредди как у дурака валял. Понял. Нет, я не то чтобы прям, ну, удивлен. Но как бы и обратного тоже утверждать не буду. Когда не ожидаешь больше от игры такого, потому что... Ну, багфикс, камон. Это пугает даже больше, чем обычно. Если не ошибаюсь, ну, по идее, по логике, вот эта штука, да? Вая, все. Теперь мне открылся проход где-то вот там, где я показывал. Тебе эта картинка, это на самом деле проход, вот там открылся проход. Я не... Вот первый человек, который нашел эту концовку. Как? Каким образом... Можно было, в принципе, обнаружить эту концовку. Когда... Подожди. Фредди. У меня несколько вопросов.
Зида, это что за сверхпроводник такой у тебя в ботинках? Блин, ладно, это же ФНАФ. Это же ФНАФ. Правильно, это же ФНАФ. Ну да, багфиксы, конечно, верим, блин. Верим почаще, багфиксы у них. А, сейчас, фиксили баги, говорят. Да, вот это вот. Медведь больше не будет левитировать. Подгрузка больше не будет происходить на глазах у игрока. Фредди больше не будет пробегать мимо тебя, когда ты его зовешь. Я понимаю, я многим прошу. Я понимаю, это действительно очень много, но... Хотелось бы хотя бы этого. Так, ты понял, да? Вот это поведение неприемлемо, вот и все. Знаете, я как тот фотограф, который фотографировал орла в особой позе 3 года. Вот примерно то же самое сейчас, только с этими картонными фигурками. Мне сейчас надо в дейкер. Так, все, мне осталось забрать последнюю золотую фигурку. Я надеюсь! Подмиг. Соль через плечо, сахар через плечо, перец через плечо. У меня сейчас не будет проблем. Потому что я давно не сохранялся. У меня есть плохое предчувствие насчет этого пола. Фредди, иди сюда. Молодец. Короче, я пойду в тебе, не зря я тебя заряжал. Все. Вот. Все, я понял, как можно было допереть до того, как сюда попасть. Смотри. Смотри. Видишь? У них у всех... А! За что ты так со мной? Прям по лицу. Короче, смотри. У этого горят глаза, у этого горят... И эти фигурки можно найти по карте. Объектив. Да, хватит! О, секретная комната. У них у всех горят глаза, и эти картонки можно найти. Там где-то, вот на карте. И если ты их найдешь, можно в теории предположить, что, ну, как бы с ними можно что-то сделать. А что сделать, это я не знаю. Не знаю, как надо было догадаться, что их надо именно сфотографировать. Это уже, конечно, для меня загадка. Где-то здесь лежит подарок, вроде бы. Где же он? А может быть, он вот здесь. А вот и подарок. Это что такое, кстати говоря, записюлька? Скорее всего, про солнце. Записюлька. Заговор игровых автоматов. О, золотая луна. Отлично. И теперь... Теперь, по идее, я могу, наконец, идти куда-то в место, которое называется... Блин, что такое призовой уголок? Где находится призовой уголок? Так, давай, хорошо. Просто у меня будут с этим проблемы, я себя знаю. Ладно, я примерно понял, что это за место. Хотя на самом деле я бы никогда в жизни не догадался, что это называется призовой уголок. Насколько я понял по видео, сейчас мне в Эль-Чипсу. И оттуда выйти... А! Сейчас мне отсюда в аркады. Почему я не могу звать Фредди? С какого перекаку? А Фредди, что с ним случилось-то? Я не лузер! Я понимаю, что ты не лузер, девочка моя. Ты чё тут забыла опять? Ты опять сейчас будешь сбоку на бок бегать? Ты кто? А кто это из них? Я... Почему? Кто ей меня спалил? Во-во-во, мне сюда куда-то. Здесь... Будет, конечно, здесь будет вот эта вот фигня опять за мной ползти. Но, по сути, здесь самый безопасный путь. Это призовой уголок. Ну, это он? Призовой уголок. Призовой уголок. Сделай что-нибудь призовое. Концовка должна какая-то проиграть сейчас. Какая-нибудь там, ну, хорошая концовка там. Плохая можно даже, разрешаю. Ну, просто какая-нибудь уже, пожалуйста. У меня очень много вопросов, и на них нет ответов. Может, мне сюда реально... Эта дверь должна вести к концовке. Что? Я же все сделал правильно. Почему выход не работает? Почему я не могу сквозь него выйти? Что за прикол? Почему? Просто, а почему? Спрятаться есть, я по имени не спрятаться надо. Что за фигня вообще? Может, ты заработаешь, пожалуйста? О! Проблема в чем? В самом гайде ни слова про золотые игрушки, которые я увидел сейчас на ютубе. Мы делали по-интересному. Как бы по-интересному игра не захотела. Я не знаю, в чем конкретная причина того, что я сейчас облажался. Кстати говоря, ты посмотри, они добавили что? Они добавили окружение. Во-первых, мне сейчас надо затащить сюда Фредди. Потому что причин, по которой он не может идти в Эль-Чипсу, ну, нет. Их нет. Смотри, смотри, мы сейчас с тобою отправляемся туда, куда ты почему-то не можешь. Но на самом деле можешь. На самом деле можешь. Просто ты не веришь в себя. Потому что у нас игра, она как игры, они детские. Как бы, а в детских играх надо, чтобы мораль была, надо верить в себя. Вот так и здесь-то. Блин, да нет. Ну почему?
Ну ты же, блин, сильный медведь, ты же можешь присесть. Ну почему? Таким образом он тогда есть в концовке, которую я выхожу там. Вот скажи ты мне, заблудшая душа, ты что там забыла? Что ты там чудо металлическое забыла? Что тебе нужно? Что тебе моя тут нужно? Моя прическа испорчена! Не только прическа, моя дорогая, не только прическа. Ты вообще уродина. Я знаю, что ты здесь. Да я, да, я не сильно скрывался! Можно сказать даже... больше. Отлично, что они не умеют лазить по вентиляции. Пожалуйста. Твою мать! Почему? Я не вижу причин, по которым эта концовка не работает. Так что... я не умер! Бон аппетит! Я не знаю, в чем проблема, но я не буду пытаться пройти эту концовку. Я, скажем так, задолбался. Я собирал эти сраные золотые фигурки в течение 1.5 часов, чтобы это все просто не сработало. Я не обязан пытаться еще раз. Я просто посмотрю это в Ютубе. Если что, смотрю этот видос на канале с вот таким вот названием. Концовка, собственно говоря, в призовом уголке. Что должно было произойти, когда я подошел к этой двери? Видимо, что-то на еще первых самых этапах игры я сделал по жопе. Поэтому у меня и в дальнейшем все пошло по жопе. Это концовка. Вот, мы с вами погружаемся, понимаем, что она из себя представляет. Погнали. Типа Фредди плачет, что ли, или что? Настало время покончить с этим. О! Для тортов, скажи, да? Не для того, чтобы выжигать людям глаза, для тортов, да! Ты чё делаешь? Чё-то такое, наверное, он сказал, да? Я бы так сказал. Нахрена он это сделал, я не знаю. Ага, чё такое? Ой, ё-моё. А, ну все, короче, да бей ты ее, чё же она сильнее тебя, она ж девка. Давай. Это... Ванни, теперь я тебя вижу, у меня новые глазки. Иди, сейчас тебе жопу надеру. Нет, не надирай, пожалуйста, жопу мне. Фредди, да, надери ему жопу. А, все. Пока, Грегори. Блин. Ну, Фредди, ну он же выживет. Он же робот здоровенный. Ну, это-то понятно, померла. Тут как бы не обсуждается. А Фредди? Ну, тут понятно, как бы. Все, ну тут... Ну и давай, да и не жалко тебя вообще ни разу. Что? Красивая была? Красивая, ну мразь была. А что поделать? Ну, Фредди же выжил, он же робот. А после титров, значит, вот что появляется. Так, ну ты вот это, конечно, свое, вот это интересно, да, но это... Лучше мой видос посмотрите, честно говоря. Вот. У меня что-то чуть-чуть это... Мозг сломался. В смысле, подожди, а в смысле она сверху смотрела, если она разбилась насмерть? Я предлагаю вам сделать то, что мы делали в каждом видео на протяжении всей серии по ФНАФу. Сделать это в последний раз. Вы готовы?